Всем привет, дорогие мои, с вами Комнова Аня, проект Фаберлик Онлайн. Сейчас будет куча заказов, новинки, не новинки. В общем, все, что успею, буду делить на ролики по 30 минут. Это мой огромный заказ, около 20 тысяч рублей, все нужное и важное. Заказала я все, ну, кто видел мою распаковочку вообще в сторисах в Ютубе, с мобильной версии можно смотреть сторисы на Ютубе, не только шорсы, то видел количество. А сейчас я буду вам рассказывать про качество и вместе с вами некоторые моменты пробовать. Потому что буду первый раз вместе с вами открывать. Итак, почему же у меня тут кружка из Абхазии? Хочу очень сильно похвалить наш с вами новый продукт, нашу с вами новую новинку. Именно новую новинку каталога 17-2022, который действует по 27.11.2022 года. Это такие вот две кружечки. Почему? Это не только классный подарок к Новому году, но это еще и супер качественный подарок к Новому году. Подарив такое, вы никогда не опозоритесь. Вот смотрите, мы в Абхазии покупали кружки. Я покупала всем разненькие кружки и как бы, ну, привезла сувениры. По идее, окраска была вот такая. Это мне моя дочка подарила. Все вы знаете, что в Абхазии мы были в сентябре этого года. Ну, совсем буквально недавно. Октябрь, ноябрь, еще декабрь не наступил на момент съемки этого видео. И я в таком была шоке, что вот за эти два месяца, ну три максимум, кружка просто облезла и ободралась. Почему? Потому что мы ее запускаем в посудомойку. Да, вы, может быть, скажете, что в посудомойке не обязательно мыть такие вот сувенирные кружки, но ну лень же, если есть посудомойка, почему нет? И вот из такой вот красоты осталась вот такая вот чушь. И в итоге у нас есть прошлогодние кружки. Кружкам, которым, ну, где-то чуть более полугода, они абсолютно уже смылись. Это мне дочка дарила кружки моей любимой маме. Они полностью смылись. Кстати, довольно-таки симпатичные, не находите? Такие прям минималистичные, хорошенькие кружки. Но изначально они тоже были с рисунком. Тут вся кружка была разукрашена, и было написано «Моей любимой мамочке», и мне было очень-очень приятно. Так вот, чтобы такого конфуза не происходило, чтобы всегда оставалось все здорово и классно, я считаю, что кружки нужно уметь все-таки тоже выбирать. И хочу вам показать прошлогоднюю кружку от компании Faberlic, которую мы моем в посудомойке, пользуемся, и с ней ничего не произошло. Кружку, ну, примерно полугодовалой давности, с которой тоже ничего не произошло. Мы моем кружки только в посудомойках. Мы, когда попили кофе, чай, там еще что-то, у нас нет привычки складывать все в мойку, мы сразу открываем, ставим посудомойку. Ну, если она, конечно, не запущена на данный момент. Ну, и вот позапрошлогодняя, наверное, кружка. Вот кто помнит, когда эта кружка вышла, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну, тут понятно, что она вышла в прошлом году, также в предпоследний каталог. Это все понятно. А вот это вот, честно сказать, не помню. И у меня кружек от Faberlic просто огромное количество. Lovely Moments, теплые моменты. И ни одна, понимаете, ни одна кружка не ободралась и не стала бесцветной, как вот эта. Понимаете, о чем я сейчас говорю? Так вот, я сейчас заказала посмотреть, какие кружечки. Кружечки кролик года. Также материал идет фарфор. Объем большой, 350 мл. И высота 10,5 сантиметров. Очень классные кружки. Очень классные кружки. Видите, кролик года на коньках. Артикул 910-417. Такая вот классная кружечка. И кролик года с елкой. Точно такая же высота, 10,5 сантиметров, 350 мл. Идет 910-418. Сколько раз убеждаюсь, что если хочется что-то подарить, то лучше дарить что-то качественное, что-то классное, дабы, ну, грубо говоря, не опозориться. Вот посмотрите, какой пример. Мы в Абхазии друг другу с дочкой купили подарки, друг другу подарили. Половина подарков просто смылась за пару месяцев. И получается, у меня будет еще плюс одна там чистая кружка. А Faberlic, ну, ничего не делается. Причем они приходят в таких вот классных коробочках, без цен, конечно же. И дарить будет одно удовольствие. Можно сюда какой-нибудь бантик пришпандорить, допустим, подарить денежку, открыть крышку, положить денежку в кружку, закрыть, и как бы вот будет и кружечка в подарок, и все такое прочее. Причем эти кружки падают, и они еще не всегда разбиваются. Вот у меня был тигр года, у меня дочка роняла тигра два раза и разбила только на третий раз. Я оставила себе три кружки, и одна только из них за год была разбита, и то моим особенным ребенком. Все вы знаете мою Викуську уже по обзорам детских одежды. Поэтому вот эти вот кружки, ребят, это просто супер мега
качества. Я их обожаю, я их рекомендую. И я точно знаю, что это будет шикарный подарок, тем более фарфор. Также классно будет в кружку положить такой вот магнит на холодильник. Это традиционный новогодний аксессуар, который будет прекрасным дополнением к любому подарку. Размер 8 на 6 сантиметров, артикул 910-419. Стоит он всего лишь 149 рублей. После регистрации на 20% дешевле, точно так же, как и кружка, будет на 20% дешевле. Поэтому почему бы и нет. Вот эта тыльная сторона, магнит держится хорошо, не отпадывает. Хоть захлопайтесь холодильником, проблем никаких у вас не будет. Все великолепно. Такой вот прикольный заяц 2023. Далее, конечно же, что можно подарить малышам. Малыши — это школа. Не всегда качественное питание. Конечно же, вот в такой коробочке с артикулом 910-416, объемом 340 мл и размером 18,5 на 6,5 можно подарить термос. Он сохраняет тепло до 3 часов на улице, до суток при комнатной температуре. 3 часа на улице зимой, а при комнатной температуре сутки. Кнопка для быстрого открывания есть. Он герметичен и удобная конструкция, носик не обжигает. Открывается, и вот сразу же можно пить. Из него сразу можно пить. Единственное но, вроде бы как бы все крепко, но если он, допустим, где-то лежит и чуть-чуть зацепился, то он сам по себе выстреливает и открывается. Вот это вот, конечно... А, нет. Он открывается только если вот на эту штучку нажать. То есть крепление идеальное. Угу, поняла. Так закрывается, и так он уже не откроется, даже если что-то где-то повернется. Угу, понятно. Вот еще вот тут вот одно нажатие есть, такой вот объемчик. Тут все герметично. В общем, суперски. Ну, это не такой прям супер-мега-крутой термос, который держит полностью всю температуру, но оно и не надо, чтобы ребенок обжигался. Я так считаю. Отличные, просто отличные подарки. Мне безумно они понравились, скажу вам честно. В дополнение к подарку идет вот такая красота. Первое, это у нас идет набор прихваток. Их тут две штучки. Размер 18 на 18, материал обычный 100% хлопок. Вот тут все приложено, как за ними ухаживать, какой у них состав. И тоже, конечно же, уже с хозяином года. И Lovely Moments логотип. Везде. Где-то целый, где-то обрезан. Ну, я думаю, ничего страшного. 910-442. Классное дополнение. Далее у нас с вами идет кухонное полотенце. То, что попало мне в руку. Артикул 910-420. Оно, конечно, маленькое. Размером 45 на 60. Материал тоже 100% хлопок. И вафельное полотно. Вот такая вот красотища. Еще с вами наклейки будем смотреть. Наверное, в следующем видео уже наклейки. Календарики, посмотрите, какая красота. Угу. Ладно, сейчас не об этом. Вот такое вот полотенчика средней плотности, обычная вот изнаночная сторона, лицевая сторона, обычное такое вот полотенчика. Полотенчика до такой степени обычное, что нету петельки. Нету петельки. Тут вставлена бумажка, которую нужно отрезать. Написано, как следить за ним. Дальше. Идет рукавичка прихватка такой вот упаковочки, тоже можно подарить. Рукавичка прихватка идет на петельке, что очень-очень приятно. Изнутри она из такой вот ткани обычной, ну такая средней плотности. Это размер 18 на 28, материал тоже 100% хлопок, артикул 910-423. Хорошенькая, светленькая, стираться будет хорошо, очень прочно все прошито, что в принципе радует. Угу. Вот тоже хороший, очень даже качественный подарочек. Так, ну и у нас с вами остался фартук. Вот обычный фартук. Верхняя ручка у него не регулируется. Верхняя лямка, вернее, ручка, держалка, как ее назвать. Размер у фартука идет 60 на 70. Материал тоже 100% хлопок. Артикул 910-421. Вот в таком виде он сложен. Тоже такой же классный рисунок. Тоже все симпатично. Вот обычный стандартный. Петельки сшиты таким вот образом. Ничего лишнего. Но если захочется укоротить, то придется или тут прихватывать. Обычно у меня мама как-то вот так на скрепку делает. Или подшивать. Вот тут вот в этом месте шов вперед иголочкой подшить аккуратненько. Или отпороть, подшить. Ну, в общем, тут нужно немножечко поэкспериментировать. Обычные такие вот завязочки. Все хорошо подшито, качественно, все здорово.
Мне нравится. Лицевая сторона такая побледнее. Ой, изнаночная, а лицевая сторона яркая и клевая. Очень такая плотная ткань, но она будет промокать. Это обычный хлопок, очень грубый, твердый такой, плотный, весьма таки плотный, намного плотнее, чем полотенце, но все-таки промокаемый все-таки он будет. Ну, это посуда с прошлого года. Она шикарна. Я считаю, что очень даже актуальна. Красивые цвета, оттенки. Особенно плед очень классный. Гирлянда. Честно скажу, гирлянда, она самая обычная, простецкая, без каких-либо режимов и на батарейках. Ну, ничего такого особенного. Я дочке дала, она на елку повесила. Как бы, ну, сейчас за эти деньги можно купить намного интереснее, чтобы больше мигало и так далее. Поэтому я не буду в этом году покупать гирлянды, тем более, что с прошлого года она не сломалась, такая же осталась. Тапочки у нас тоже все есть. Детские тапочки у нас остались с прошлого года вот эти. И я вам могу сказать, ничего с ними не произошло. Сколько бы раз мы вот эти детские тапочки не стирали в машине, ничего с ними не случилось. Вообще здорово. Она их как носила, так и носит, эти тапочки. Ну, это тапочки женские, но я заказала 36-37 размер, и викуськи вот прям отлично. Я вот эти вот выбирала, эти покупала. Остальные тоже покупала, но за год они у меня все закончились. А вот эти вот, ничего с ними не происходит. А может, и детские специальные есть, не знаю. Уже запуталась немножко. Ну что ж, поедем с вами дальше. Смотрите, я заказала активный спрей-освежитель воздуха. Он идет как утренняя свежесть. У него очень, тут вот открываем, у него очень суперский аромат. Именно вот этой вот свежести. Он очень мягко распыляет и очень-очень вкусно пахнет. Я по нему соскучилась, потому что 100 лет уже его не заказывала. Он идет от запаха животных. Это дезинфектор, антибактериальный гель Дерок с артикулом 1702, с ухаживающими компонентами. От него действительно все заживает. В дороге мы даже им смазывали ранки и прыщички. Он великолепно справляется, у него суперские заживляющие свойства. И даже вот сейчас у ребенка выходит какая-то аллергия на холод. Мы смазываем этим гелем руки. Тот дезинфектор пока убрали, и вот этот лечебный ребенка смазываем, и все хорошо. Далее спрей пятновыводитель, как обычно, 30-151 жидкий классный спрей пятновыводитель для стиральной машинки, 30-062 мыло для кухни, устраняющее запахи, с артикулом 30-203 антибактериальный эффект, чистящий крем универсальный 30-253, обожаю им мыть ставни, двери, в общем, с ним можно мыть все, концентрированный гель для стирки белого 118-42, это я все выбираю купоны, ой, не купоны, а карточки, твой бонус. Концентрированный гель для стирки 118-43 для цветного. Ультракондиционеры для белья 118-53. Один из самых моих любимых. Моющее средство антижир 30-701. Понравилось, кстати, долгоиграющее. Вот, наверное, с того момента, как его выпустили, я его заказываю только лишь второй раз. Крем-паста для чистки металлических поверхностей тоже очень редко заказываю. Артикул 30-058. Почему? Потому что у нас одна металлическая раковина. Больше вообще ничего металлического, вообще ничего нет. Ну, может, миски только что, Фаберлик есть металлические. Далее, биопятновыводитель. Классная штука, подходит для цветного белья. 119-84 артикул. И биогель для очищения туалета. Артикул 10-898. Ну все, ура-ура, расчистила пространство для новинок. Итак, что у нас с вами идет дальше? Это, конечно же, всякие разные кремчики. Кремчики до такой степени классные, суперские, с таким шикарным оформлением, что действительно хочется их пробовать, хочется экспериментировать. Во-первых, у нас с вами на этой страничке идут два крема для рук. Один идет с пингвиненком, другой с зайчиком. С пингвиненком у нас идет с ароматом ягодного леденца. При вас первый раз открываю, очень густой, такой прям супер мега питательный, прям даже непривычно. Пахнет очень вкусно, мне нравится, не химозно, вот реально леденцом, сочный аромат леденцов, действительно сочный. Артикул 28-63, он идет 75 мл, кстати, хорошо быстро впитывается, не оставляет жирного блеска, я довольна, очень классный. Итак, что он делает? Нежная текстура глубоко увлажняет кожу, делает ее мягкой и бархатистой. Да, действительно. Действительно так. Очень классный крем. Мне понравился. Я прям в восторге. Запах просто какая-то, знаете, леденцовая свежесть. Но без примеси мяты.
Свежесть, но без примеси мяты. Вот так я бы сказала. Такой, знаете, сладкая свежесть. Супер. С удовольствием израсходую. В общем, 28,63 будет мне поднимать настроение. Кайфую. Далее. Это у нас идет медовый пряник. Тоже 75 мл. Артикул 28,62. Мне название уже не нравится, если честно. Он тоже глубоко увлажняет и делает кожу мягкой и бархатистой. Понятно, сделали два аромата на выбор. По консистенции точь-точь такой же. Запах. Ну все, мне не нравится запах. Но я чувствую не пряник, а какую-то пряничную травку, что ли. Тут какая-то есть примесь зелени, и меня не так отталкивает. Вроде бы, да, мне нравится, но нет. Вот этот, конечно, клевый, вот этот нет. Не очень мне понравился, не очень зашел. Я все-таки больше люблю свежие ароматы. Крем отличный, но ароматы я люблю свежие. Так, далее. Будем смотреть. Так, любой гель для душа за 99 рублей. Это у нас с вами идет как нежная густая пена. Они не пересушивают и мягко очищают кожу. Тут, значит, получается нескольких видов и все по 200 мл. Тут я, конечно, обалдела, потому что я нашла шампунь, бальзам для всех типов волос под названием «Домашний джем». Я его еще, конечно, не пробовала, но запах просто обалденный. Вот реально запах джема очень-очень суперский. Аромат у него не ягодный, а какой-то вот, не знаю, может быть, мармеладный какой-то. Какой-то вот бабл-гамовый, мармеладный. Не могу точно понять, но мне очень приятно. Что-то молочное немножечко есть. Действительно классный. Домашний джем с вкусным ароматом бережно очищает волосы, придает мягкость, обеспечивает легкое расчесывание. Это взрослый шампунь. Я еще подумала, что это детский шампунь. 200 мл, 29,47. Но это взрослый шампунь. Я, конечно, очень удивилась, если честно. Но пахнет действительно отпадно. Действительно классно. Будем пробовать обязательно. Далее. Гель для душа фруктовый лед. 29,43. 200 мл. Очень вкусный, ягодный, классный такой, насыщенный аромат. С удовольствием израсходую фруктовый лед. Я чувствую ягоды. Ну, хоть убейте ягоды, не фрукты. 29,43 прям зашел. Он, кстати, очень густой. Видите, как долго. Он густой такой, долгоиграющий, классный, прозрачный, как вы видите, очень удобно. Такой, это что-то вишневое. Да, вишневый лимонад. Вот вишню я не люблю, поэтому, наверное, буду ругать. 29,41. Нет, ругать не буду, очень сносный аромат. Зимняя такая вишня, не химозная, не повидельная, не вареньевая. 200 мл, 29,41. Ну да, кстати, можно на подарки заказать, мне очень понравилось. Ну и последний гель для душа, лимонный мармелад. 200 мл, артикул 29,42. Нет, мне не понравился. Лимоном пахнет, но больше какой-то химозный. Нет, такое мне не нравится. Прямо кисленьким чем-то таким. Нет, это не сладкий аромат мармелада с легкой кислинкой. Это просто кислинка химозная. Вот честно скажу, не буду обманывать. Не люблю обманывать. Далее у нас с вами идет еще одна красота. Вот как... А, шампунь-бальзам 3+. Все-таки это детский шампунь. Вот это класс, ребята. Я думала, он взрослый. Смотрите-ка, стоит 119 рублей. В общем, беру свои слова назад. Будем мыть Викуське голову. Потом как-нибудь сниму про него сторис или вставлю в следующее видео на ютубе, как он нам понравился, не понравился. А, ну написано, подходит для всей семьи, нежная кремовая текстура, без силиконов и парабенов. Ну, супер, 3+. В общем, все, разобрались. Далее у нас с вами идет такое вот классное мыло, которое тоже можно засунуть в подарок. Оно, оказывается, большое, 65 грамм. Это очень хороший объем мыла. Вот такой вот зайчонок. Будет классно и детям, и взрослым. Пахнет очень нежно, ласково. Больше, конечно, обычным мылом. Классический вкус мыла. Но прям супер пахнет. Мне прям нравится. 79 рублей при покупке по каталогу на сумму... А, оно идет по акции. Понятно. Ну а что, я наберу такого мыла на подарок. Очень мило. Согласны? Очень мило. Это обычное такое вот тверденькое мыло. О! Чуть ноготь не сломала. Видите, крошится. Консистенция обычного мыла. Я даже чувствую уже, что оно пенится, как обычное мыло от компании Faberlic. Оно идет без всяких там масел ши, я так поняла, без всего, без всяких ухаживающих компонентов. Это просто для красоты.
Ну да, ну да. Обычно вот глаз порадовать, но глаза радовать тоже нужно. Согласны со мной? Далее, давайте будем с вами смотреть соль для ванны с пеной. Стоит такая красота в пакетике 79 рублей. Артикул 29.46. С ароматом идет зимних ягод. Идет расслабляющий аромат и смягчает и очищает кожу. Приятный аромат оказывает расслабляющее действие. Способ применения у нее: количество соли 50-100 грамм растворить в ванной под струей воды при температуре 37-38. Я под струей воды не буду. Я просто хочу немножечко, так как уже я почему-то заказала одну штуку. Обычно я люблю заказывать помногу, а тут я заказала одну штуку. И просто вам сейчас немножко покажу. Значит, что происходит? Ну, в холодной воде ничего. Надо, наверное, горячую воду. Вот они частички заплавали. Воду начали немножко окрашивать, как я вижу. Немножечко вода покрасилась. Запах очень яркий такой, вишневый. Под рукой вилка. Давайте вилку размешаем. Угу. В холодной воде он до конца практически растворился. Запах очень яркий. Запах очень яркий, приятный, и он окрашивает. Посмотрите, на белом фоне, на белом столе видно такой легкий розоватый оттенок. Окрашивать он прилично будет, ребенку будет интересно. Давайте все-таки посмотрим, как это средство работает. Мне самой очень интересно, потому что хочу заказывать на подарки. Угу, начало пениться. Ну и хорошо так пенится и окрашивает воду, как вы видите. А с горячей водой все немножко по-другому. Очень симпатично. Видите, пена прям набегает, такая густая, хорошая. Угу. Аромат, кстати, не сильный, очень нежный. Ну да, неплохо, неплохо. Ну и видите, пена все больше и больше образуется. И окрас более такой интенсивный, интенсивный становится. Неплохо. Я бы сказала, что неплохо. Угу. Ну все. Можно покупать на подарки. Видите, какая плотная пена возникает. Там класс. У нас с вами возвращается легендарный крем, ультрапитательный крем для лица, рук и тела 150 мл. Это действительно богатая, насыщенная текстура. Он эффективно смягчает и питает даже нежную кожу. Он устраняет все шелушения. Я уже его открыла, попробовала, понюхала на распаковке в Telegram. Ай, тот самый аромат, очень приятный, очень плотная текстура. Не знаю, как он будет для лица, но для рук просто великолепно. Для рук, для ног, для тела, для всего. Видите, какой он густущий прямо, да? Видите, какой прямо очень густой. У него яркий, практически бьющий в нос аромат с такой средней степени. Ну, приятно, очень приятно. 150 мл он идет. Ложится плотным слоем. Он очень классно впитывается. Прохлада такая по коже идет. Артикул 28.68. Ну, вы знаете, великолепно. Просто великолепно. Хочется сидеть и просто за собой ухаживать. Я очень люблю, когда брею ноги. Я сейчас хожу на электродепиляцию, потому что купила какую-то ерунду дорогущую, которая мне не помогла. Фотоэпиляция домашняя. Поэтому зря потраченные деньги. Поэтому этот крем мне сейчас очень пригождается, потому что следить за собой приходится очень даже плотно. Он действительно устраняет шелушение, сухость и стянутость. Он защищает и восстанавливает кожу. Это шикарно. Артикул 28.68 мне очень-очень нравится. Тут идет шикарная суперская аннотация. Давайте я прям сфокусирую, чтобы вы могли поставить на паузу и почитать, кому это важно. Классный крем. Кстати, в подарок тоже крем будет просто супер. Не обязательно на Новый год, можно и на день рождения. Помада «Зима», к сожалению, у меня ее нет с прошлого года, я ее израсходовала, в новинках ее не было, я ее не заказала. Артикул 28.67, ну, сколько я ее помню, она такая не супер жирная, действительно хорошо питает. Устраняет трещинки, да, есть какое-то немножко заживляющее действие, обычная помада. Дальше у нас с вами идет крем для рук. Крем для рук, хороший такой объемчик, 75 мл, уменьшает раздражение кожи от ветра, от мороза, дарит комфорт и возвращает ухоженный вид. Артикул 28.65, так... Очень плотный. Вот знаете, по ощущениям практически ничем не отличается от зимы.
Ну, сейчас посмотрим, как он впитается. Слушайте, у меня будут самые молодые руки с компанией Faberlic. Да, впитывается он тоже средней, средняя скорость. Впитывается, надо его будет повтирать. Угу. Так. Запах такой же приятный, как у зимы. Ну и крем для лица 50 мл. Он создан специально для защиты кожи лица от мороза и ветра. Его уже я могу намазать своей дочке, потому что нам уже 9 лет. Старшая дочка его очень любит. И, конечно, единственное но, я очень много часто пользуюсь тональным кремом. И получается такая дилемма, что я его наношу только тогда, когда вот не крашусь. Вот, например, сегодня я поеду с дочкой на рынок. Ну, я не могу без тоналки уже. Это моя, ну, грубо говоря, уже одежда моего лица. Я думаю, что его можно нанести тонким слоем и поверх немножечко тонального крема. Я попробую. По идее, он намного легче. Он намного легче, он лучше впитывается. Вот в мою руку, например, он намного лучше впитывается. Дарит комфорт, возвращает ухоженный вид и спасает от ветра и мороза. Приятный такой крем, я бы сказала. Не знаю, насколько он заживляет, не заживляет, ничего тут не написано. Способствует улучшению цвета лица, не закупоривает поры, позволяет коже дышать, может использоваться как основа под макияж. Все, все. Как основа под макияж. Все шикарно. Мне большего не нужно. У меня сейчас очень много, конечно, увлажнялок. Тут 4% ши содержится. Я так поняла. Ну, шикарно. Будем смотреть, будем пробовать. Мне кажется, на всю зиму его хватит, если использовать как основу под макияж перед выходом на улицу. Я довольна. 28,65. Запах наиприятнейший. С вами была Конова Аня, проект Faberlic Online. И это были мои заказы.